Всем здравствуйте. У многих возникает вопрос по поводу индюков, почему у них возникают вот шишки вокруг глаза. Это называется синусит, воспалительный процесс. От чего может быть? От всего. Если примерно у индюков такой появляется, это еще не значит, что вы плохие хозяева. Это может быть и от погоды, и от холода, и от ветра, от всего. Лечение. Чем мы с вами будем лечить? Бисептол. В человеческой аптеке купить упаковку для первого раза, ну если в малом возрасте, то естественно четвертая часть таблетки в клюв. Но это индюшонок уже крупненький, можно прямо одну таблетку, открываем клюв, даем ей так аккуратненько. И далее, что мы еще будем делать? Берем шприц, смотрите, аккуратно. Вот видите, какая шишка? Вот между глазом и клювом. Осторожненько, я понимаю, больно. Осторожненько вводим шприц, потихонечку вытаскиваем вот эту жидкость. Потихонечку, видите, шишка уже все, шишки нету. Видите? Вы представляете, вот шприц у меня 5-кубовый, тут 2 куба этой жидкости. Выливаем, естественно. Если на это внимание не обращать, естественно, индюшонок ослепнет. Вот эта шишка дальше больше будет как бы наполняться, накапливаться, и она может ослепнуть. Но с этой стороны немножечко, маленькая шишечка. Осторожно водите, естественно, им больно. Осторожненько, прям вообще. Ну, тут вот немножечко меньше. Тут меньше. Вообще грамм какой-то. Но факт то, что мы с вами это сделали. И при каждом возникновении этой шишки берите шприц. Я показала видео мое, тщательно посмотрите. И вы поймете, как надо будет водить и вытаскивать. И тогда вы спасете. Бисептол, раз вот я ей дала, через 3 дня я еще раз ей дам. И держать ее в теплом месте. Желательно, чтобы под ногами было либо сено, либо опилы, и помещение было в теплое. На улице в снег. Вот у нас сегодня зима, можно сказать так. На улице в снег не выпускать. Потому что раз у нее уже воспалительный прошел процесс, то что она еще может немножко хуже стать. И для остальных профилактику я вам не советую. Потому что если другие себя нормально чувствуют, нечего их пичкать. Так что такие вот дела. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Содержание, кормление, лечение любой птицы. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Отвечу всем. Всем пока.